В круговороте серых будней найди минутку для добра. Эти стихотворные строки стали лейтмотивом форума, который приурочен к открытию года добровольца на территории Ивановского района. Собственно, мероприятие так и называлось – «Доброволец». Его участниками стали волонтеры, которые уже не один год своим усердием и бескорыстием делают мир чуточку лучше. Ряд наших проектов волонтерских, он уже транслируется на уровне региона. Это и служба медиации, которая курирует уполномоченный по правам ребенка. Она выросла именно из Ивановского района. Это наши ежегодные традиционные сборы миротворчества «Объединим усилия» в Березовой роще, в которых принимают ребята не только Ивановского района, но и те, кто приезжает из других регионов. Творить добро можно по всем фронтам. Пропагандировать бережное отношение к природе, нести в массы идеи здорового образа жизни, участвовать в патриотических проектах, ну и, конечно, помогать инвалидам и пожилым людям. У отряда «Милосердие» 5 подшефных ветеранов. Ребята и досуг пенсионерам разнообразят, и по дому, в случае чего, помогут. Мы помогаем ветеранам, пожилым людям, поздравляем их с разными праздниками. Мы ходим, убираем снег, вот недавно снегу много навалило, мы ходили, убирали, помогали. Волонтерское движение «Крепкая семья, крепкая Россия» создано на базе НИИ материнства и детства. Добровольцы-медики восполняют пробелы школьных курсов, рассказывают о репродуктивном здоровье, пытаются донести до подростков всю важность ответственного отношения к материнству и отцовству. И пытаемся в этом курсе, который состоит из серьезных 4 направлений, из лекций, заменить или как-то скомпенсировать отсутствие вообще курса этики и психологии, ну, а также физиологии, я бы сказала, семейной жизни, которые были у нас вот несколько десятков лет назад. В Ивановском районе 13 волонтерских организаций. Делают хорошие дела и, что немаловажно, абсолютно безвозмездно, около 300 человек. Эти парни сильно выделяются на фоне остальных. Красавцы, богатыри, представители Новоталицкой народной дружины. Патрулируют улицы, ходят в рейды с полицией. Всех дебоширов и хулиганов знают в лицо. Мы, если какие-то выявляем, ну, там, правонарушения, что-то мы, соответственно, сообщаем, то есть или совместно выходим, то есть, ну, все осуществляем, как бы, взаимодействие с органами внутренних дел непосредственно, ну, то есть, в ВКонтакте находимся постоянно. Знакомились, делились с опытом, посещали тематические площадки. Программа форума максимально насыщена. А еще глава района торжественно вручил лучшим волонтерские книжки. Это как трудовая книжка, только стаж идет за бескорыстные дела. Кстати, в будущем это может стать бонусом при поступлении в ВУЗ. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.